Вот такая машинка заехала в гости. Ветром чуть-чуть рвануло. И заломчик произошел. Вот. Но для того, чтобы посмотреть, в чем там проблема, будем разбирать вот эту водительскую дверку. Ну, начинаем осмотр. Что и как тут разбирается? Вот, по идее, снизу тут шурупчик есть один. Воздуховодики. Сейчас включу, подставил я лампочку. Теперь нам стало более видно, что у нас к чему происходит. Вот такой шишмарь. Здесь чуть подкраска, и вот треснула красочка. Видно, не выдержала нагрузки. Ну, естественно, зазорчик тут маленький, миллиметра полтора-два. Здесь зазор, ну, мы видим, где-то 3,5 по 4 миллиметра. Ладно, поехали разбирать. Так, что у нас здесь под ручкой? Вот здесь есть вкладыш. По идее, тут тоже должен быть саморезик. Ну что, начинаем потихоньку. Итак, поехали. Вот здесь такой резиновый, как ковричек, лежит. Достаем его. У меня тут гараж. Так, достали мы вот такую ванночку маленькую. И видим здесь торкс. Алло. Так, торкс у нас здесь на 20. Да, теперь ищем дальше. Вот он еще один внизу двери. То же самое берем, откручиваем. То же самое на 20. Следующим номером нашей программы поддеваем вот так снизу. Вот здесь такие у нас защелочки. Вот как раз вот в это место. Заходим и поддеваем. Здесь вот он, тоже торкс. Выкручиваем. Так, следующий номер. Вон она у нас там, подсветка светится. Вот отсюда прям взял вот так рукой. Поддел, она отщелкнулась, вышла, и теперь мы ее выводим. Значит, вот отсюда поддеваем на себя, и, как мы видим, вот они, рожки. Вот она так стоит. Выводим отсюда, и вот она такая красивая у нас накладочка. Есть. Что дальше? Здесь вот еще один торкс есть у нас. Вот он один, вот второй. Сейчас мы их выкрутим. Вот, выкрутили эти болтушочки. Просмотрели, больше ничего нигде нету. Но я люблю вот с этого места начинать. Вот здесь. Отщелкивать обшивочки. Вот уже зазор появился. Берем пару лопаточек и с их помощью отщелкиваем обшивочку двери. По идее, это потом, если что. Машинка с холода. Все как бы не просто так. Вот одна клипса осталась там на месте, не захотела. Ну, теперь, естественно, обшивочку надо поднимать вверх. Ну вот, кроме одной клипсы, все снялось. Что у нас здесь? Ручка. Ручка у нас
привод. Вот он. Так. И вот так. Несёте. Опа. Вот так выходит. И электроразъем. Вот он такой блочок у нас. Берем и открываем. Вот так открывается. Вот он выступ. Вот он выступ. На него вот так надавливаем. И эту ручку отводим. И вот такой электроразъем выходит. Все. Здесь все. Вот, убираем. Так, поехали дальше. Значит, нам, чтобы как раз в это место долезть, вот она наша петля, на которой, собственно, произошел залом. Вот. И чтобы нам посмотреть это место, есть там усилитель, нет, что там мешает, что там не мешает, мы сейчас снимем динамик. Динамик снимается очень просто. Вот они, ушки у нас. Мы их сдавливаем и вынимаем. Вот они, два ушка, которые надо сдавить. И выходит электроразъем. Так, здесь у нас 4 торч надо открутить. То же самое, двадцаточка у нас. Выкручиваем, снимаем динамик и смотрим наше место, зону ремонта. Наш динамик приклеен на таком клее, поскольку машина с холода. Лучше мы это прогреем и аккуратно пусть отходит. Этот герметик, прогрели его чуть, он отошел. Ну что, вот что мы тут видим. Здесь как раз наша зона ремонта, и непонятно, то ли вот так должно быть согнуто, то ли должно быть ровно. Сюрприз, так сказать. Ну вот, собственно, обшивку сняли. Ну что, тут если снимать дверь, что у нас получается? Вот одно место. Вот оно. Второе место. И электроразъем. И самое, что неприятно, это вот эти вот. Мало того, что усилитель и 12-гранные торчи, но это бог с ним. Зато, по идее, его можно снять. Снять, убрать и получить доступ к нашей шишке. Где-то она вот здесь вот у нас надулась, в этом месте. Вот. Ну как вот это вот снимать, это вопрос десятый. Потому что я уже с таким сталкивался.